Друзья, привет! Ну что, давайте устроим сравнительный тест-драйв нашей боевой копейки 4x4 против Нивы на пневме. Так, что нам нужно сделать? Поднять сначала Ниву. Поднимаем. Пневма есть. Зад подняли. Передок. Отличненько. Вот теперь она готова для бездорожья. Ну что, погнали? Выпускаем первую Ниву. Наше, скажем так, скользкое бездорожье сначала попробуем, потом уже в грязимес. Ну, давай. Блокировки, к сожалению, не все. Передний мост здесь разблокирован, свободненький, а задний полностью заблокирован. И межосевая блокировка включена. Нива месит, грязимесит, но застревает. Как же тут скользко-то, а? Ну, давай, вот сюда хочу заехать. Не удается. Так, выкинул одну льдину, которая мешала, наверное. А, нет, мы упираемся в другую. Короче, что-то еще хуже. Ладно, простенькое препятствие. Связано со льдом. Съезжаем. И нужно заехать. Посмотрим на зацеп. Зацеп присутствует. Сломал случайно препятствие, но это нам не помешает затестить копеечку. Тоже норм. Итак, первую пустим сейчас Ниву сначала. Давай. Фу-ху. Я смотрю, уже проблемка. Газа. Нет, не заехать туда. Ладно, это тяжело. Давай просто сюда проедем. Посмотрим, что здесь скажешь. Не-не-не, тихо-тихо, на брюхо сядешь сейчас. Берем стороночку. О, пошел по луже. Переезжаем сюда. Газку. И... Давай, не завязни. Нива, не позорься. Против копейки выступаешь, а не гелика. Проблема. Проблема, но я думаю, сейчас решится на скорости эта проблема. Чем же садиться-то? О! Ну же, давай, рой! Что-то у меня с задней блокировочкой не то. Хотя сейчас вращается нормально. Вот, видите, проскальзывает одно колесо. Да. О, да я смотрю, у меня проблема с межосевой блокировочкой. Все. Остается только перед. Приехали. Засадили Ниву. Копейка. Друзья мои, пишите, за кого болеете. А давайте все-таки на ней тоже попробуем сюда. Вдруг заедет. Шансов больше, но не получилось. Итак, погнали сюда. Напомню, копейка. Это шасси у нас MS-техи CFX-W. Ой, какая W? Обычная CFX в маленьком масштабе. Полные блокировочки. Неплохо едет, резина так себе для грязимеса, честно говоря. Упираемся мостом. Но на Ниве мы взяли с разгона. И... Воу! Да круче Нивы! Вы видали? Просто по этому грязимесу. Проехал, и все, и не парится. Пишите, за кого болеете все-таки. Наверное, все болели за Ниву, но копейка пока показывает лучший результат. Давай. Смотрите, дальше Нива уже уехал. Я думаю, сейчас даже здесь выйдет. Мощная грязюка. Можно с разгона, но я решил перерыть всю грязь. Всю грязь, давай. Вот это колею нарыл. Круто. Ну, давайте пустим сначала копейку, а потом уже поедет Нива. Так сказать, по накатанной. Так, что-то здесь было легко, но мне надо в гору заскочить. И мы встретили сопротивление в виде льда. А с разгона мы возьмем. И давай. Ну же! Почти заехал. Давай. Чуть-чуть осталось, но, блин, подъем реально серьезный. Очень серьезный, я бы даже сказал, подъем. Садится на брюхо, но заскакивает. Копейка заскакивает на такую жесть. Круто. Что покажет Нива, но походу у нее сломалась блокировочка межосевая. Как видите, сейчас мы роем только передним приводом. И я думаю, бесполезно так состязаться.
Нужно смотреть, в чем же у нас причина. Нива, как обычно, ломается, что неудивительно. Так, проблема в подключении к заднему мосту. Очень грязно, конечно. Но вот мы видим, что у нас прокручивается в какой моменте. Вот здесь. То есть вот здесь вот винтик, наверное, потерян. Вон, видите, что творится. Вроде удалось починить Ниву, сейчас проверим. Так, да, блокировочка установлена. И теперь мы будем просто давить копейку. Вот оно, видали, как я заехал? Без всякого разгончика, просто на малом газу. И здесь Нива нам покажет. Нет, пока Нива ничего не показывает выдающегося. База примерно одинаковая, плюс-минус, на взгляд. И проблема одна и та же. Мы садимся на брюхо. О, давай, Нива. Нива с маленькой Нивой на багажнике на крыше. Вы смотрите-ка, не берет подъем-то, а? Копейка залетела просто как к себе домой. Но Нива, к сожалению, как в гости, непрошенный гость идет. И не хочет. Давай, 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 жму. Прям выжимаю полный газ, напрягаюсь я, друзья мои. Вы напрягаетесь, когда она не может заехать? Вот интересно, с экрана такие же ощущения идут или нет? Давай, Нива разваливается на глазах просто. Вы смотрите, отлетели фары, решетка. Обалдеть! Вот это развалюха. Но походу... Нет, здесь мы не возьмем, к сожалению. Это Ниве не под силу. Смотрите, как она теперь у нас выглядит. Добавим побольше лужи. Пускаем опять первую копеечку. Кстати, Ниву нельзя глубоко топить, потому что влагозащита у нее не полная. У копейки полная, можно как угодно ее топить. Где угодно, как угодно. И причем когда угодно, зимой, летом, весной и осенью. Давай, давай, копеечка, заезжай. Ты же боевая, 4 на 4 упирается чем? Мостом, походу. Да, заехали. Нива! Кричат болельщики за Ниву. Давай. Ту же самую траекторию берем. Выйдешь сюда или нет? Копейка здесь не смогла. О-хо-хо-хо! Почти, но не совсем. Главное не затопить нам пневму еще. Блин, давай, давай, Нива засела. Ну что ж такое-то, а? Вы смотрите, хотел все-таки здесь, но в итоге вышло хуже. Прилично засел, да. Давай выезжать там, где выехала копейка. О, вообще легко, легко. Пускаем теперь первую Ниву. Бум! Ничего, сносит весь лед. Неплохо едет. Вот это обалдеть! Вывешиваем переднее левое колесо. Нормально. И осталось в гору. Опять садимся на брюхо. Я думаю, с разгона проблема решится. Пока не решилась. Решилась. Давай, копейка. Конечно, стоковая здесь бы далеко уже не проехала, но у нас далеко не сток. И она валит где хочет. Так. Как мы на Ниве проскочили, здесь не помню. Но мы встретили сопротивление. Ледина просто какая-то упирающаяся там остро. Что ж такое-то? Не понял. Копейка, не позорься. Нам нужно порвать эту Ниву в клочья. Но ты пока не можешь это сделать почему-то. Меня это удивляет. Хотя по массе ты легче. Блин, скорости побольше. Давай! Как же я проехал тут? Вообще ни в какую. Удивляешь? Нет, я должен проскочить, должен, должен. Поедем заново. Ну, вот так вот. Вы смотрите-ка. Во! А, ну опять уперлись задним левым колесом. Как же Нива-то заезжала, а? Не могу понять. О, отлично. Пробуем плавно. Плавно идет букс сплошной. Бесполезно. И так легко. Фух, что-то тяжеловато. Так, давайте теперь копеечку первую. Здесь просто по гряземесику. Ага, понял, засели на брюхо. Будем с прыжка. Колесо заднее практически зарылось. Давай, давай. Прыгаем. А прыгнуть-то сложно. Не может разогнаться, потому что
грязь мясистая, так сказать. Ну-ка, давай сюда. Ага, вот это хорошо. Вот это мощно, я хочу сказать даже. Не помогает никакой 4 на 4. Передним мостом упирается, и колеса дальше не роют. Объезжаем препятствия. Ну вот, дальше проехали. Так, Нива. Ну, та же самая траектория. С прыжка берем. По-моему, резина здесь роет покруче. Честно говоря, протектор у нее помощнее будет. Давай, давай, давай. И сейчас вот в самую жижу. У-ху! Вы смотрите. С легкостью проехал. Ну ладно, хотел еще задом показать, как здесь можно проехать. Но задом нет. У нас мощности заднего хода не хватает, к сожалению. Но... Давай. Смотрите, просто роет. Просто роет. Ну, давайте все-таки вычислим победителя. Кто здесь проедет, тот, наверное, явный грязимесер будет. А может, оба проедут. Так. Нива пытается, старается. И... Где-то в конце происходит слив. Что такое? Вы смотрите-ка, завязли. Ну уже давай, полный газ жму. О! Давай, вообще не крутит. Мощность двигателя никакущая. Ну же, надо выехать. Нива, давай, я болею за тебя. Ну что, по прямой что ли брать? Раз в гору не берешь, может что-то уже с аккумулятором? Разрядить не могла. Да, у нас электро-Нива, если вы не знали. Давай задний ход. И сюда выезжаем. Надо выехать из этой грязи, Нива, давай. И, по-моему, мы сделали это. Да, получилось. Тросы рвутся тут на раз, как видите. Но давай, докажи, что ты что-то стоишь на бездорожье, или докажи обратное. Так, на полный газ пока не жму, потому что едет и так нормально. Практически не встречает сопротивления. Вы смотрите, что творит. Не, может, конечно, скажем, по накатанной, по расчищенной. Но даже вверх уехали. Хорошо. Ну, давай сюда, куда поехала Нива. По-моему, делает это вообще с легкостью. Так. Даже возьмем другую траекторию. О, взял другую траекторию. Кстати говоря, испытал проблему. Но там на мост сел или на брюхо. Сложно сказать, друзья мои. Сложно. Не знаю. Непонятно. Тоже валит, тоже едет. Где хочет. И здесь может проехать без проблем. По ненакатанной. И обратно здесь дать газку. И тоже не завязнет. Смотрите. Да. Не знаю. Копеечка тоже стоит. Стоит. Что она стоит? Не знаю, что она стоит. По грязимесу едет неплохо. Достойно. Ножи. Давай. Осталось до Нивы доехать. Давай, смотрите, сколько газа. Мощь. Движок даже не сбавляет обороты. По-моему, засадили на брюхо нашу копейку опять. Но здесь тогда ее и оставим. По-моему, да. Все, засело. Ну и, конечно же, важное испытание. Раз, два, три. Ху-ху, смотрите. Нива просто тащит копейку и все. Ну-ка, копейка, пробуй. Полный газ. Но Нива дает газа и... И, по-моему, Нива здесь явный победитель. Без проблем. А так, бух. Давай, переворачивай ее. Все. Точно победитель. Ну что, друзья, пишите в комментарии, как вы думаете, кто же все-таки победил? Нива на пневме или боевая копейка 4 на 4? Как по мне, результат плюс-минус одинаковый. У Нивы, может быть, резина получше роет, хотя копейка нигде не сдавалась. Но где-то она запрыгивала легко, а Нива там на тех препятствиях сливалась. Плюс Нива сломалась, но мы ее починили, скажем так, в полевых условиях. В общем-то, на самом деле спорно, друзья мои. Ссылочки все найдете в описании под видео. Смотрите другие сравнительные тесты и делайте правильный выбор автомобилей для гряземеса. Пока!